Джанло Продакшн приступил к созданию крымско-татарского короткометражного художественного фильма под названием «Муптеля. Одержимый». Да, конечно. Камера, мотор! Автор сценария и режиссер проекта, известный деятель культуры, актер и режиссер Эльмар Аблаев. Бугайе брил и вельсу догде. И брил дан зяде, бо мевзу браз посты яшады. Альбомде. Бондан сонгра киатха караладым, яздым яни бу сценарийнын сонгра. Достум Наджиев менен корушуп музакерлер эттик, лаф эттик. Фильм чыгармага карар алдык. Сюжеты этой современной крымской истории происходят рядом с нами. Они реальны, а персонажи буквально живут с нами по соседству. Фильмнын эсас гаесы бізге ана-бабаларымыздан қалған қарт-баба қарт-деделерімізден, еждатларымыздан, яғни біз яш-яуқаға қалған мирас қиметсіз. О, ешбір параға, алтынға сатылмас бір зенгінліктір. История про наши дни, и нам было очень важно понять, получается ли у нас передать атмосферу. Очень хочется, чтобы зритель, который придет на премьеру, понял наш посыл, мы смогли донести до него основную мысль. Это взгляд на самих себя, попытка посмотреть, подумать, кто мы, что мы, где мы сейчас, зачем мы сейчас здесь находимся и что мы делаем. Сценарий, который я прочел, тронул меня до глубины души.